Безусловно, 15 декабря войдет как черный день российского шоу-бизнеса. Сегодня уже произошли две трагедии. Николай Басков впал в кому и погиб певец Жуков в ДТП. И буквально несколько минут назад пришла трагическая новость о знаменитой советской и российской актрисе Марии Мироновой. Буквально около часа назад на актрису в Кировском районе города Москвы было совершено нападение. Актриса еще ранее писала в социальных сетях, что со дня ее первой роли в легендарном фильме «Олигарх» в 2001 году у нее появился тайный психически ненормальный поклонник. Он постоянно слал ей письма и оставлял после театрального спектакля «Две черные розы». Вначале Мария Миронова думала, что это просто глупый розыгрыш, но потом в Москве прокатилась серия убийств. Самое главное, что актриса никогда не видела своего странного поклонника в лицо. Он исчезал на несколько лет, но с появлением социальных сетей нашел ее аккаунт в интернете и стал бомбить сообщениями. Мария рассказывала, что, судя по его письмам, он был безумно в нее влюблен и постоянно предлагал встречи. Но по понятным причинам 48-летняя дочка Андрея Миронова игнорировала подобные сообщения и блокировала его аккаунт. Видимо, это его очень сильно разозлило. Судя по сводке МВД, он подкараулил актрису после театральной репетиции. Легендарная актриса Мария Миронова является дочкой короля сцены Андрея Миронова и известна широкой публике по таким фильмам, как «Землетрясение», «Качели», «Игры шпионов», «Олигарх», «Небо» и многие другие. На данный момент Мария Миронова находится в 46-й Московской городской больнице в тяжелом состоянии.